Напишу женский портрет староголландскими масляными красками. Это старейшее в мире производство масляных красок. В 1664 году члены гильдии Святого Луки в Гааге основали братство художников и Академию изящных искусств в том же городе. Так появилась Старая Голландия. Этот портрет – необычная история. Во-первых, мне пришло сообщение от Драко. Я сказал, не может быть. Оказалось, это молодой человек, весьма приятный в общении. Поделился прекрасной идеей – сделать маме подарок. Вот его отзыв. Приближался день рождения моей мамы. Оставалось менее 2 недель. И вдруг я заметил вас. Мне очень понравилось, как вы рисуете. Это был сюрприз. Клиент почти догадался, что за подарок. Но я не раскололся. Когда пришло время дарить подарок, то моя мама была в шоке. Она не ожидала, что это будет портрет. А если ожидала, то не знала, какой красоты. Все были счастливы, а это самое главное. Хорошо сказал Илья Ефимович Репин. Чтобы художнику создать хорошее, надо глядеть только на великое. Лично для меня самое великое из всех созданий на Земле – это человек.